Давай. Пойдем, Флаттершай. Я иду. Флатти, а зачем тебе цветы? Ну, чтобы подарить их Рарити. Пожалуйста, поставь их куда-нибудь. Ну, ладно, я их уберу куда-нибудь. Отлично. Сейчас я их уберу обратно туда, откуда ты их взяла. Вот так все равно лучше. Ладно, пойдем девочек будить. Ладно, пойдем. Рарити, просыпайся. Просыпайся, я тебе говорю. А, ну зачем так рано, Твайлайт? Ты правда Твайлайт? Ну, если ты считаешь, что я оборотень, то можешь не считать, ведь я настоящая. Да уж, если на тебе корона, то ты правда настоящая. Ладно, Флаттершай, иди будить Рейнбоу Дэш. Хорошо, а платье надо снимать? Да, конечно! Ну, ладно. Ладно, разбужись. Радуга, пора вставать. Просыпайся. О, просыпайся, Радуга. Хочешь, я тебе анекдот расскажу? Сейчас только немного посплю. Хочешь, мартини дам? Мартини, с радостью! А где мартини? Это была шутка. Давай тогда я тебе анекдот расскажу. Ну давай, рассказывай. Так. На уроке учитель спрашивает у детей, кто такой Спартак? Спартак чемпион, отвечают дети. Ха, Спартак чемпион, да уж, от смеху я сейчас умру. А, я сейчас лопну. Надо же. Да уж. Я с самого детства так думала. Это точно про тебя. Ладно, девочки, давайте вставать. Хорошо, Твайлайт. Так, куда же мы хотели пойти? В зоопарк. Ой, я такая обожаю животных. Так, кто за пойти в зоопарк? Я за! Я за! Как всегда, за пойти в зоопарк. Ну, я тоже за. Напишу об этом в книге. Я, ну, нет. А хотя, я же сама хотела туда. Ну, ладно, пойду. Пойду я в зоопарк с вами. Ну, чтоб несли меня на копытах. Никогда в жизни, Рарити. Если хочешь, оставайся дома. Ну ладно. У меня есть шанс подремать. Еще подремать. Ну что, поехали? Поехали! Ой, я сниму корону, она может испачкаться. Ой, хорошо, Твайлайт. Я хочу подарить всем животным, которые травоядники, цветочки. Ну ладно, сейчас я сделаю, чтобы они появились. Это те самые цветы? Да. Спасибо тебе, Твайлайт. Ну не за что, я пока что пойду сниму корону. Ну что, готовы идти в зоопарк? Да, конечно. Что ж, тогда поехали на машине. Итак, все в машину. Итак, кому места не хватило, я заеду за ним попозже. Ой, что, Рейнбоу, я хочу одеть платье. Значит, сейчас отвозим Искр. И бе-беп. Рум-рум, бе-беп. Рум-рум, бе-беп. Такой машинка. Садись, Искорка. Ой, оттуда ли мы можем найти зоопарк? Да, можете идти.
Сейчас мне надо подождать свою подругу. Ладно, ждите. Пока, Твайлайт. Я поехала за Флаттершей. Врум-врум, бе-бе-п. Врум-врум, бе-бе-п. Садись, Флаттершай. Давай, садись. Давай, и поехали. Врум-врум, бе-бе-п. Врум-врум, бе-бе-п. Что ж, мы хотим в зоопарк. Ну, проходите, не буду вам мешать. Хорошо, пошли. О, это нам уже давным-давно знакомые животные. О, какие милашки эти пони. На, держите, покушайте цветочки. Отлично, теперь ты покушай цветочки. Ладно, пошли в следующий отдел. Ну, пошли. Пш-ш-ш. Я тоже. Пш-ш-ш. Эй, девочки, меня подождите. Какая гадость! Флаттершай, ты хотела ее покормить? Ну да. Ой, ей туда надо зерна подложить. Я сейчас вернусь. Все, бери, а не с зерном. Отлично. Пошли. Ну, пошли. Эй, меня подождите. А это мое еще что такое? Полуволк какой-то? Это мне надо срочно записать. Эй, думаю, лучше не записывать. Я, кажется, поняла, это просто волк. Стой, стой, держи мяско. Ладно, пошли в следующий раздел. Пошли. Мамочка! Это же ядовитая змея под названием... какое название у лошадей? Слушайте, мне кажется, это обычная гадюка. Обычная? Да у нее яд такой опасный. Ну, сейчас я ей дам кое-что. Хочешь крыску? А? Ты не должна кормить животных зоопарка другим животным зоопарка. Вообще-то я ее сама нашла. Уже убитую котом Рарити. А, вот и решила змейку подкормить, чтобы она нас тут не скушала. Держи, змейка, кушай. О, не могу на это смотреть. Пошли домой. Ну, пошли. Ну, давайте. Пошли спать. Ну, давайте. Хорошо, давайте идти спать.